Всем привет, с вами Апельсинчик ТВ и Апельсин ТВ. Всем привет. Сегодня мы будем снимать фильм про нашу жизнь. Ну что ж, поехали. Ну что, надо встать и умыться. Надо встать и умыться. Умываемся. О, дорогой, ты уже проснулся? Да? Теперь надо будет помыться. Час спустя. Готова, я помылась. Надо теперь одеться. Ой, мне звонят. Алло. Да, здравствуйте. 5 тысяч платить? Хорошо. Богато? Окей. До свидания. Дима, дорогой, иди сюда. Там продают квартиру богатую за 5 тысяч. У меня есть 900 миллионов. Пошли платить. Сейчас накрашусь только. Готово. Дорогой, ты куда ушел? Дорогой? А, вот ты. Дорогой, едем. Идем в машину. Дорогой, садись в машину. Я застрял. Едем! 20 минут спустя. Вот мы приехали, вот вам 900 миллион. О, нам сдача. Спасибо! Ух ты, теперь это квартира наша. Давай, садись сюда. Садись сюда, смотри, сердечки. О, боже мой! Ладно, посидели, хватит. Пойдем посмотрим остальные комнаты. 2 часа спустя. Все, мы насмотрелись. О, уже ночь, пойдем спать. Блин, тут нужно отдельно теперь спать. Ладно, я пока это переоденусь, а ты пока спи. Не на моей кровати. Готово, я пошла спать. Спокойной ночи. Там еще, алло. Че? Я дебилка? И сбросили трубку. Блин, они издеваются, что ли, в час ночи звонить? Ладно, давай спать дальше. Тут кто-то кричал, слышала. Может быть, показалось? Ладно, давай спать дальше. Я не Дима, мне страшно. Ладно, давай спать. Может быть, это мне просто показалось или послышалось. Что это за щупальца? Случилось? Меня какие-то черные щупальца схватили. Осьминог, что ли, под кроватью? Да вроде ничего. Я не знаю, что делать. Ладно, уже 4 часа утра. Надо еще поспать. Кто это был?
Ну нафиг, что-то не спится. Я же полночи не сплю. Ладно, посмотрю, что в ноутбуке. Попереписывайся со своей подругой хотя бы. Почему я не могу сообщение отправить? Ошибка. Ошибка какая-то. Пользователь удален. Так, зайти на ее страничку. Ошибка 404. Что за фигня? А что значит 404? Погуглим. Окей, Google, что значит чья-то ошибка в ВК-404? Это значит, что ваш человек умер. О боже мой, моя подруга мертва, ну почему? Ладно, я попробую перезайти. О нет, это у меня ошибка. Еще ошибка. Что это за фигня? Это что, песня какая-то? Что происходит, Дима, с моим компьютером? Не так что-то. Помоги, тут вирус. Неудаляемый. Он просто жрет мои сообщения. Фотки, помогите. Так, все, ну нафиг, я звоню. Алло, здравствуйте, помогите. С моим компьютером что-то не так. Его надо немедленно в ремонт. Что, служба спасения? Чем можем помочь? Да, у меня что-то не так с компьютером. Помогите, что мне делать? Блин. Блин, как-то самой. Как это убрать? Помогите! Удалить, удалить, удалить! Нет! Не трогайте мои фотки! Дима, разберись с этим, я больше так не могу. Дима, разберись с этим. Да просто почини его, блин. Все, успокоился? Слезь-ка, я посмотрю. Ух, спасибо, что удалил. А то это просто какой-то нежданчик. Ладно, пойдем на кухню покушаем. Дима, что ты будешь кушать? Не, ну что ты хочешь кушать? Яичницу. Ладно, приготовлю сейчас тебе яичницу. Так, яйца берем. Готовлю. Час спустя. Готово! Все, иду. Вот тебе и вот мне. Дима, садись. Дорогой, ужин готов. Дорогой, завтрак готов. Садись, я приготовила яичницу. Конец первой серии.